Фильм Крейга Ар Бейксли. $70,000 за эту машину? И тебе подсовывают кусок дерьма. Сучьи дети! Великолепно. Черт. Долбаного веселого Рождества. Я пришел с миром. Дольф Лундгрен. Ангел тьмы. Брайан Бенден, Бетси Брентли, Мэттиас Хьюз. Верно. Сержант Хокинс. Вызов в комнату J-38. Дэвид Экройд. Джим Хейни. Ужасающе. Спасибо. Кевин Пейдж, Роберт Прентис, Майкл Джей Поллард, Джесси Винт, Джей Биллас. Сержант Хокинс. Сержант Хокинс, пройдите в J-38. Сержант Хокинс, J-38. Композитор Жан Хэммер. Привет! В чем проблема, господин офицер? А
Оператор Марк Ирвин. Исполнительные продюсеры Марк Дэмон и Дэвид Саундерс. Привет. Привет. Подпишитесь. Хотите кайфануть? Не понял, офицер. Шутка. Спасибо. Не за что. Продюсер Джефф Янг. Режиссер Крейг Ар Бейксли. Лучше поторопиться. Что ты имеешь в виду? Это сработали часы. Поторопимся. Господи, что за черт? Подстраховка. Для чего это? Не будет свидетелей. Господи. Когда я сказал им, что их никто не принимает всерьез, он не слушал. Тогда я почувствовал, что единственный способ проявить свои таланты — это раскинуть свои... Мистер? Дэвис. 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 Верно. Джефф Дэвис. Суть в том, что я, как и вы, уверен, еще в раннем возрасте понял, что моего образования недостаточно, чтобы дать мне все необходимое. Позвольте привести вам лишь один пример. Я понял, что степень магистра в банковском бизнесе ничего не значит. Тогда они вернулись в Принстон и подняли больших мастеров банковского дела. Это и есть большие мастера. Добрый вечер, мистер Мэннинг. А те люди — это курьеры. Да, верно. Посмотрим, что у вас есть. Ну же, парни. Образование — это действительно важно. Ну уже. Можно звать вас просто Джефф? Да, конечно. Ну уже, ну. Без учебы в колледже, а я говорю о больших мастерах, в конце концов, парень может отчаяться. Может вступить в армию. Встать на путь преступления. Или стать копом. Надо убрать мужика и войти в дело. Какой университет вы закончили? Университет, положи на все с прибором. Время встречи. Не опоздать бы. Отлично. Привет, ребята. Деньги! 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 Заключили сделку или как? Как скажешь. Черт. Стоять! Стоять! Свет, жирный гомик! Выключатель сзади! К черту! Продолжайте, парни. Два деньги! Стоять! Всем стоять!
На самом деле, ты Тернер, верно? Детектив Рэй Тернер. У тебя есть деньги, Бас? Ты готов? Бас! Ты не Бас. Ты не очень изящен. Вы, копы, думаете, что вы такие ловкие. Могли бы не суетиться вокруг меня и моих мальчиков. Брось это. Мы раскрыли твою патетическую легенду за неделю. Я сказал, брось это. О чем он к черту говорит? Улыбнись, Рэй. Брось это, ну. Пошел! Упакуйте это, джентльмены. Yes, sir. Кто раскопал это? Не знаю, сэр. Если это был Уоррен, он должен знать. В конце концов, в мире одним копом стало меньше. Проверьте, чтобы все было подобрано. Каждая крупинка героина. Давайте. Есть, мистер Мэннинг? Давайте. Ну-ка. Я пришел с миром. Я ничего не знаю. Веселого Рождества. Присматривай за ним. Еще бы. Сукин сын. Рэй! 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 Вставай. 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 Черт. Я убью его. Я убью его. Я исполосу его долбаную рожу. Этого пидора. Этого долбаного. Мы получили подтверждение о взрыве на складе. 9 убитых и полдюжины раненых. Чудесно. Привет, Диана. Привет. Что происходит? Бойня. Похоже, что белые мальчики прошли через мясорубку. Боже, что произошло? Пятеро умерли. Никто ничего не видел и не слышал. Для данной части города это не ново. Кейн был на сцене первым в 11:32, но и он ничего не видел. Джек, я сожалею о Тернере. Это правда. Мне так жаль, что я готов выкинуть тебя в это чертово окно. Я не буду делать этого прямо сейчас, пока не время. Пока не время даже сломать твою траханую шею. Я знаю, что ты сейчас чувствуешь. Что насчет Виктора Меннинга? И что насчет него? Черт, он убил моего напарника. Не жми на меня, Джек. Ты исчез на 8 дней, даже не на неделю. Это бы я понял, но на 8 долбанных дней. Кроме того, ты должен ответить за украденный героин плюс 500 тонн баксов. Капитан Меллон, вас тут хотят видеть. Прекрасно, ФБР. Их склад взорван, и теперь они полагают, что их юрисдикция распространяется на весь этот долбанный город. Скажи им, что сейчас приду, ладно? Есть, сэр. Хорошо, тебя уже нет. У тебя уже начался 8-недельный отпуск. Бери его, вот и все. Это приказ? Нет. Хуже.
Обещай мне, Кейн. Насколько я знаю, ты единственный человек, который скорее умрет, чем нарушит слово. Так обещай мне. Это приказ. Мне нужен Мэннинг. Бери отпуск или уйдешь в него навсегда. Прекрасно. Хорошо. Если бы я был на твоем месте, я бы позаботился немного и о собственной безопасности. Детектив Кейн, это агент Свитцер из ФБР. Он хотел бы задать тебе пару вопросов. Наедине. Знаете, чем я занимаюсь, детектив? Узнавать все, вот моя работа. Знать все раньше всех. Итак? Я знаю, что вы были там после Виктора Мэннинга. Я также знаю, что это были не рядовые убийства. Троим вооруженным людям перерезали горло, прежде чем они успели обнажить оружие. Кто мог двигаться так быстро? Никто, а что? Я видел множество ножевых ран, но ребята Мэннинга были убиты чем-то другим. Вы думаете, что ключ в оружии? Да, думаю. Не знаете, где я могу найти мистера Мэннинга? Я бы хотел поговорить с ним. Слушайте, я бы рад помочь, но я только что отправлен в отпуск. Вы этого не знали? Верните Кейна в дело. Черт с два. Мне придется сделать один звонок. Всего один. Вы этого хотите? Но Кейн не может, он уходит в отпуск. Разве не так, Кейн? Ну, я сказал, что пойду, но не сказал, когда. Прекрасно. Вот он. Хорошо. Завтра я приведу ему напарника из бюро. Напарника? Напарник. Кейн, встречайте агента Смита. Вы шутите? Успокойся, Кейн. Я с этим справлюсь, капитан. Извините, я самый молодой ФБР в этом звании. Я работаю вдвое больше вас, это хороший довод, поверьте. Вы шутите? Вы могли быть недопущены к работе. Это дело ФБР. Так что инспектор Свитцер просил меня изложить наши условия. Условия? Да, условия. Это род ограничений деятельности. Я знаю значение этого термина. Хорошо. Мы будем рапортовать инспектору Свитцеру ежедневно. Что значит каждый день? Не будет странных исчезновений ни на неделю. На 8 дней. Ни даже на минуту. Мы пришли к соглашению. Вы думаете, что можете говорить мне? Я знаю, что могу прийти сюда. Извините. Вы можете с ним поговорить? Капитан, здесь коронер. Спасибо, Див, впусти ее. Привет. Привет. Ладно, Диана. Что баллистики говорят об орудии убийства? Оно было очень тонким и очень острым. Глубокий прямой разрез, который скальпелем трудно сделать. Ну и как вы это объясните? Я не знаю. Диана. Я очень сожалею, Рэй, так же, как и ты. Но 8 дней, Джек, и ни единого телефонного звонка. Может, послушаешь меня секунду? Я не хочу этого слышать. Я люблю ссориться не больше любой другой девушки. Но когда ты заставил меня гадать, жив ты или мертв, я уже почти хотела, чтобы ты умер. Диана. У тебя здесь добрая и крепкая дружба. Вот именно. Ладно, номер первый по списку. Мы едем на место преступления. За рулем ты? Я думаю, сначала нужно прочесть рапорт коронера. Используй экспертов. Их экспертиза – неотъемлемая составляющая. Цитата со страницы 35 руководства Свитцера. Ты мог бы многому у него научиться. Да? Так мы можем идти, или у Свитцера есть еще замечания? О, да, конечно. А уверен ли ты, что хочешь ехать в штатском? Подумай над этим, так как внешность играет большую роль. Она говорит людям, кто ты есть, понимаешь? Тогда тебе, пожалуй, нужно ездить в качестве багажа. Thank you.
Бизнес – большое дело. Какого черта ты делаешь? Как ты думаешь, что я делаю? Я наблюдаю, делаю заметки. Правда? Главная проблема в полицейской работе в том, что ты эмоционально увлекаешься. Не можешь мыслить рационально. А я держу дистанцию. Тебе нужна дистанция? Почему бы тебе не встать там у тела? Это клинический случай? Что насчет инстинкта? Ни в коем случае. Инстинкт — лишь набор привычных действий, не больше. Я обучался действовать в любой ситуации, какая только может возникнуть. Я готов ко всему. Спускайся. В этом есть смысл или как? Спускайся. Господи. Итак, агент Смит, что с вами происходит? Напали на что-то совершенно новое? По правде не знаю. Это еще не произошло. Ты в тупике. Возможно. А как ты? Да. Так что ты делаешь? Следую своим инстинктам. О, этот мерзкий, подлый, собачий кусок дерьма. Декстер! 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 Время еды! Декстер! Декстер! Кто там? Господи Бога, в душу мать! Теперь мне положено испугаться. Долбаный грязный слоновухий говноплюй. Я пришел с миром. Какого черта мы делаем в баре? Я не пью на дежурстве. Это сложная процедура. Тогда вали домой. Я могу думать и здесь. О чем ты говоришь? Как ты можешь здесь думать? У меня вся кровь от головы отлила. Дружище Боннер, что-то ты знаешь. Пошли. По-моему, это называется «Полный привет». Черт. Мне кажется, с твоим шаром что-то не так, Боннер. Эй, 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 эй!
Где Виктор Мэннинг? Что-то не так? Мой напарник, он мертв. Эй, без рук. Я хочу, чтобы ты и твой дружок сказали мне, кто его убил. Брось это, пожалуйста. Ладно. Ладно, Боннер. Скажи мне, кто убил моего напарника? Кто взял наркотики? Чёртовы марсиане, вот кто их взял. Да? Да, потому что их точно нет на улицах, а белые мальчики думают, что их взяли копы. Я клянусь, это правда. Правда. Если бы я что знал, Кейн, я бы сказал. Ладно, убирайся, Боннер. Ты тоже. Так вот зачем мы сюда пришли? Запугать Боннера. Хорошая техника, хотя и незаконная. И ты много из него выбил, верно? Я уже сказал тебе, Смит. Я пришел сюда подумать. Что если оружие было не ручным, а метательным? Типа бильярдного шара. Бильярдного шара? Ну-ка. Оно полоснуло этого парня. Да? Потом полоснуло того парня. Да. Отрикошетило, ударило в стену, затем сюда. Потом полоснуло этого парня. И остановилось где-то здесь. Так мы пока ищем твой бильярдный шар, верно? Это орудие убийства? Черт. Черт. Не трогай его больше. Расслабься. Ложись! Вот орудие убийства. Thank you.
Посмотри наверх. Что? Смотрите! Правило есть правило. Тебе нужно писать рапорт о причинах твоего плохого обращения с Боннером. Ужасно. Поверни здесь. Увидимся завтра. Эй, куда ты? Внутрь. Эй! Руководство Свитцера, доказательства должны предоставляться своевременно. Это здорово, но у меня есть друг в университете, которому я хочу показать это. Ах, в университете? Кто он, ученый? Нет, он повар. Он не штатный сотрудник. Я не собираюсь разрешать эту фигню. О. Чудесное место. Я имею в виду, для этого места очень даже неплохое. Хочешь немного вина? Чего? Вина. Можно. Неплохо смотрится. Нравится? Да, знаешь ли, это действительно... Крупно. Верно. Похоже, я неправильно тебя оценивал. Похоже, Смит. Я хочу этот диск. Будем честными. Для тебя это просто дело. Для меня это больше, много больше. Если ты попробуешь взять этот диск, я ударю тебя очень, очень сильно. Вот. Большое спасибо. Почему ты так меня не любишь? Честно, я не стараюсь поднасрать, но я скрупулезен. Это потому, что я более удачлив, да? Точно. Я так и думал. Неплохо. Я подниму тебя в 7. Я хотел извиниться, Диана. Ты успокоилась? Да. Обещай мне кое-что. Что? Обещай не забыть про мой день рождения. И обещай навестить нас с мамой. Не знаю, как и что, просто обещай это так же, как ты обещаешь это другим. Не знаю, кто раздражает меня больше. Ты, когда делаешь это, или я, когда позволяю тебе это. Привет. Привет.
ты, Дед Мороз или труп, приятель? Это я, черт возьми. Какого черта ты здесь делаешь? Я пришел разбудить тебя, а проклятая дверь была открыта. Я боялся, тебя ограбили. Вы, парни из ФБР, ничего не упускаете. Ничего. Прошлой ночью были еще убийства. А где сейчас диск? Я оставил его у друга. У друга? Да. Слава богу. А ты только что пришел? Да, конечно, я только что пришел. А что? Что ты хочешь этим сказать? Ничего. Берите кофе, парни, я сейчас подойду. Спасибо. Я должен расслабиться. Ядерный кофеин. Мерзкий американский кофе не смог бы бодрить всю ночь. Кто это там? Это Смит, настоящий живой агент ФБР. Кейн, ты бредишь? Расслабьтесь, я здесь неофициально. Все, что у меня здесь есть, необходимо мне для исследований. Я вам верю, верю. Вы, ФБРовцы, все похожи. Вы как то племя в Африке. Они всегда говорят противоположное тому, что думают. Они говорят, добро пожаловать в нашу деревню, и убивают тебя. Вы можете не беспокоиться. Видишь? Видишь? Расслабься. Успокойся, Брюс. Расскажи нам о диске. Ладно. Будьте осторожны, хорошо? Расслабься, агент. В поле, лишенном всякого заряда, как то, что я создал, он просто парит. Простыми словами, это магнит, заключающий в себе самый мощный электромагнит, изведенных мною. Как и любой магнит, он может быть притянут к другим магнитам противоположной полярности. Вот почему его притянуло к магниту динамика. Его можно настроить на использование других магнитных сил для движения вперед. Можно использовать какую угодно частоту. Как его использовать в качестве оружия? Человеческое тело содержит электрический заряд, верно? Настраиваешь диск на заряд, а потом... В целом довольно верно. Словно набираешь по радиотелефону «Убей». Невероятная технология. Мне нужно больше времени на ее изучение. Ладно, держи. Ну, возвращаемся. У тебя уже был шанс на это. Я забираю эту штуку к свету. Ты с ума сошел? Чертова штука дважды чуть не оттяпала мне голову. Я знал, что я делаю. Правда? Я не могу забрать ее? 10 ног у тебя не вырастет. Пусть он закончит, а потом ты отнесешь ее к Свицеру. Хорошо. Хорошо. Спрячь ее. Еще бы. Трое таких же поступили прошлой ночью. Почему ты думаешь, что это относится к нашему делу? Причина смерти — сверхдоза героина.
А этот парень не наркоман, смотри. Сюда определенно не колется. Это был героин ФБР? Думаю, да. Сила была невероятной. Твой псих украл героин, чтобы убивать им людей. Зачем? Зачем ему это? Люди делают друг другу массу идиотских вещей. Как насчет пулевого отверстия? О, это не пулевое ранение. А что же? Я выясняю. Хочешь попробовать? Нет, нет. Спасибо, я спешу. Я должен позвонить. Извини. Доктор Шефер, патологоанатом. Доктор Шефер. Пошли. Я перезвоню вам, сэр. Здесь немного душно. Кейн. Вот. Это пришло час назад. Спасибо. Что это с вами? Что-то вроде игры в любовь-ненависть? Скорее, в ненависть-ненависть. Что это? Дорогой Кейн, чудесно провожу время в Рио. Желаю тебе сдохнуть. С любовью, Виктор Мэннинг. Я велел Уоррену присмотреть за тобой. Кто такой Уоррен? Посмотри на этого улыбающегося ублюдка. Он убил моего напарника и уехал на Рождество в Рио. Кто такой Уоррен? Партнер Мэннинга, глава белых мальчиков. Криминальные подонки. Я следил за этим парнем 2 года. Так куда мы едем? Повидать Уоррена, пока он не повидал нас. Ладно. Что ты сказал? Я сказал, ладно. О, черт. Как тебе нравится это соседство? Не очень. Да я поведу. Нет, ни в коем случае. Это моя машина. Правда? Ладно, за нами 2 белых мальчиков. Да, я сяду за руль. Я сказал, я веду машину. Передумал, давай. Сворачивай. Черт возьми, что ты делаешь? Кратчайший путь. Это когда-нибудь слышал? Давай к чертям развернемся и посмотрим. Я знаю, что я делаю. Черт, ты где это достал? Рождественский презент от мамочки. Кейн! Ребята, последняя вещь, которую хочет белый мальчик, Кейн, это разбить свою машину. Я достал их! Сукин сын! Вот оно, парни Уоррена. Где мы? Это люди Уоррена? Да. Мы должны следовать правилам, Кейн. Ты этого не понимаешь? Мы должны вернуться и получить ордер. Нет. Меня это не волнует. Далее. Что у нас с последним переводом? Не здесь. Ковер. Извините. Оружие на стол. Быстро, мальчики. Давайте. Ладно. Теперь встать. Я сказал встать! Ладно, Уоррен, теперь мы с тобой должны поговорить. Рад тебя видеть, Кейн. Сядь на место, Уоррен. Зря вы сюда пришли.
Виктор до следующего месяца не хотел ехать в Рио. Место было заказано, он должен был ехать поездом. Я не убивал твоих ребят, Уоррен. Дерьмо. Ты взял неверный след. Зачем вы, копы, начали с нами войну? Что? Мы забыли заплатить? Наш товар за последние 3 дня отправился прямиком в участок. Наркотики? О чем, дьявол, ты говоришь? Почему? Почему? Почему я должен говорить с этим копом? Потому что вы хотите убить его. Верно. Ничего личного, Кейн. Просто бизнес. Ты забываешь, у кого оружие. Мне кажется, я смогу что-нибудь придумать. Ладно, Кейн, поразмышляй над 2 вещами. Давай. Первое. Виктор хочет, чтобы ты умер сегодня к вечеру. Второе. Мы должны снизить цены. Я должен покончить с этим, но у нас серьезные денежные проблемы, так что сделай это за меня. Если кого и убьют, я полагаю, что это будешь ты. Забудь об этом. Ты сделаешь это. Иначе у тебя будет очень плохая репутация из-за потери напарника. Инструктаж понятен? Дай мне это. Без ошибок, парень. Вы понимаете, что у вас будут неприятности? Да, я знаю. Да, сэр. Что я могу для вас сделать? Не будьте идиотом. Скажите белым мальчикам, пусть поцелует меня в задницу. Проклятие! Кто это был? Что происходит, черт возьми? Заткнись и дай мне подумать. Кто это?
Ты должен сказать мне, что происходит. Подожди здесь. Мы вернемся за диском попозже. Прекрасно, прекрасно. Иди и делай, как знаешь. И не беспокойся обо мне. Я всецело в твоем чертовом распоряжении. Идет? Нет. Я думаю, что возможно, да. Простите, девушка, срочный звонок. ФБР. Ты не поверишь, что сейчас приключилось. Спасибо. Вы можете разменять доллар? Я всегда думала, что именно я сверну тебе шею. Остроумно. Не хочешь ответить на мой вопрос? Да. Грубо говоря, героин стимулирует выброс эндорфинов. Эндорфины – гормоны, дающие невероятное ощущение комфорта, настоящий экстаз. Так что если ты сделаешь дырку... Теоретически ты держал в руках почти идеальный наркотик. Одной унции хватит на 1000 доз. Почему теоретически? Потому что это нигде невозможно сделать. Нет такой технологии, чтобы хранить или производить вещество. Пока никак и нигде. Я повторю еще раз. Мне нужен прямой разговор. Нет, нет. Прямой звонок. Эй. Ты, должно быть, думаешь, что я псих. Нет, нет. Пусть это тебя не останавливает. Нет, еще нет. Я думаю, что мы имеем дело с пришельцами, но не из Мексики. Их там двое. Один убийца, а второй на нашей стороне. Ты перетрудился? Твои ум и тело нуждаются в отдыхе, или они откажут. Это природа. Не волнуйся. Мне нужно, чтобы ты меня выслушал. Тебе нужен психиатр, Джек. Кто-то должен быть первым. Первым кем, а? Первым, кто увидит пришельцев? У тебя нет никаких доказательств. Тебе никто не поверит. У меня есть диск. Пошли. Брюс? Боже. Что случилось? Что, как ты думаешь, случилось? Ублюдки украли диск? Твой друг. Я знал, что произойдет что-то подобное. Проклятие. Я изворачивался, я клялся. Они знали, что диск у меня. Ты как? Чувствую себя, как выгляжу. Ты выглядишь, как дерьмо. Выгляжу, как ты. Ты знаешь, кто они? Я не знаю. Троглодиты с мерзкими стрижками. Очень похоже на тебя. Почему бы тебе не заткнуться? Кошмар. Единственное доказательство, и оно пропало. Что ты хочешь делать? Мы идем к Мелому. Это твоя карьера, валяй. И что ты сделаешь? Скажешь ему, что мы воюем с торговцами наркотиками из космоса? Ни черта, парень. Он должен быть не меньше 7 футов ростом. Я видел его за 2 квартала. Да, конечно, видел. На прошлой неделе ты видел Джимми Хендрикса в прачечной. Точно, с полной картиной сорочек. К черту, парни, этот долбанный ублюдок бежал по улицам. О, черт. Спокойно. Вот он, вот этот парень. Эй. Я пришел с миром. Да, конечно, длинный, что ты? Черт, что ты делаешь? Что ты делаешь? Черт.
Ведь ты прикроешь меня, верно? Абсолютно. Обещаешь? Нет проблем. Что, что? Я с вами согласен, сэр. Я с вами согласен на 100%. Я думаю, детектив Кейн делает поспешные выводы. Ты бесхребет, ты сукин сын. Ты это сделал, чтобы проверить меня, Джей? Это правда. Тогда приведи доказательства. Как насчет диска, который ты нашел? Его кто-то украл. Да, конечно. Это Мелон. Да. Что? Где? Сколько? Да? Твой парень убил еще двоих в магазине в Нижнем городе, и теперь у нас есть свидетели. Ди, скажи Харперу, Портланду и Мулроне, встречаемся прямо там. Спасибо. Я должен думать о карьере. Я не могу рассказывать байки о долбанном пришельце. Ты не можешь помочь, убирайся к черту. Инспектор Свитцер говорит... Это два. Сколько их у меня? Почему вы не можете понять, что это дело... Потому что я коронер. Если не отношусь к допущенному персоналу, то я не знаю, кто допущен. Ничем не могу помочь, извините. А мне не нужна ваша помощь. Ничем не могу помочь. Господи, зачем я с тобой разговариваю? Ты же не андерталец. Незачем оскорблять сотрудника. Что здесь происходит? Джек, слава богу, этот... Это... Жопа. Спасибо. Эта жопа не впускает меня. Там трупы. Я подписываю рапорт, но не могу видеть тела. Детектив Кейн. Место преступления опечатано. Кто сказал? Я это улажу, позвольте. В чем проблема? Смит? ФБР? Уберите свои книжечки. Будь вы хоть президентом, вы сюда не войдете. Я думаю, войдем. А я думаю, нет. Пошли. Фрэнк, какого черта здесь творится? Я не знаю, не совершенно... Я думал, ты большая шишка в ФБР. Не вешай на меня собак, я никогда этих ребят не видел. Это не твой босс? Да. Я бы хотел поговорить с тем человеком. Доктор Свитцер! Все в порядке, пропусти его. Какого черта? Что происходит? Где свидетель? Свидетеля нет. Теперь слушай. Но что? Не говори, а слушай. Это нас не волнует. Это дело закрыто. С этого момента ты официально в отпуске. Свободен. Что значит не волнует? Это значит, что теперь это не наша проблема. Проваливай. Проваливай! Извините. Диана? Подойди на секундочку. Я в отпуске. Не хочешь попутешествовать? Что? Надолго. Лишь ты и я. Куда-нибудь, куда глаза глядят. А что же с работы, Джек? Бери тоже отпуск. Я не могу. Тогда стой. Посмотри сюда. Не искушай меня, Джек. Хорошо. Иди домой, пакуйся и жди. Ты говоришь серьезно? От всего сердца? Обещаю. Джек, только обмани меня, и я тебя точно утоплю. Эй, в чем дело? Что, мы больше не друзья? Полагаю, это не так. Что тебе сказал Свитцер? Просто все мне рассказал. Дерьмо. Я знаю то, что должен знать. Ладно, это три. Знаешь разницу между мной и тобой? Тебя ничто не волнует. Ты хочешь только угодить. Пошел ты. Я делаю свою работу. Делаю то, о чем меня просят. Я уважаю свое начальство. Я играю в команде.
Да, в команде вафлеров. О, черт. Его нужно остановить. У тебя тоже свой счет. Извините. Я никогда не захочу с тобой работать, пока я... Черт! Успокойся, он один из тех, о ком я тебе говорил. Смотри. Он на нашей стороне. Давай убираться отсюда. Черт. Он ранен. Кто ты? Я служу закону, как и ты. Он говорит по-английски, да? Остановите его. Чего он хочет? Блэрси, бесценный наркотик у меня на родине. Они вне закона. То, что вы зовете эндорфинами. Грязный торговец наркотиками. Я не могу в это поверить. Он убьет тысячи ваших людей, чтобы достать его. Так откуда ты? Остановите его. Если он вернется, придут другие. Это будет резня. Он на складе. Уничтожьте его. Возле шоссе Квана. Должно быть, это Флетчер Билдинг. Вы должны обещать мне. Обещайте мне. Я обещаю. В конце концов, кое-что у нас есть. Что? Его тело. У нас есть доказательства. Черт! Проклятие! Вот оно! Ничего от него не осталось. Господи, ты это видел? Видел ли я? Да я чуть не взорвался. Как ты? Я в порядке. Она у меня. У меня его оружие. Прекрасно. Это наше доказательство. Нам нужно отнести его к Мелану. Нужно информировать инспектора Свитцера. Он должен увидеть его первым. Забудь о Свитцере. Ты хочешь остановить это? Думаешь, Мелан это сделает? Ты мечтатель. Я беру это к Свитцеру, он все остановит. Нет, Свитцер лжец. Он говорит тебе одно, а думает другое. Лучшее, чему он может тебя научить, это старая песня о том, что не разбив яиц, омлет не приготовишь. Ты что, не видишь этого? Дай мне пистолет. Нет. Как это нет? Давай! Я сказал нет. Извини, Джек. Я воспользуюсь им. Долбанный тупица, ты с самого начала сидел у меня в заднице. Жаль, что ты так думаешь. Я возьму это к Свитцеру. Просто это моя работа. Извини. Да? Мы хорошие парни, Джек. Как-нибудь между делом ты забудешь это. Понимаешь? Все в порядке? Да. Хорошо. Не беспокойся, ты поступил правильно. Ты проделал фантастическую работу, и это скажется на твоей карьере. Сначала диск, а теперь это. А что происходит, сэр? Дело взято под контроль?
Я удивляюсь, что ты задаешь так много вопросов. Полагаю, сказывается влияние Кейна. Нет. Достаточно сказать, что это отвечает национальным интересам. Как раз об этом я и хотел поговорить с вами, сэр. Я не прошу тебя устранить Кейна, ты с ним слишком долго проработал. Устранить? О чем вы говорите? Не будь наивным. Военная выгода от контакта с этим пришельцем огромна, и это не согласуется с каким-то Кейном, которому важно лишь убить его. Что касается тебя, считай, что дело закрыто. Пришелец убивает людей. Не разбив яиц, омлет не приготовишь. Не беспокойся. Ты хорошо справился с работой. Верь мне. Никогда никому не верь. Страница первая, часть первая, руководство Кейна. Спасибо, что помог мне оттуда выбраться. Забудем об этом. Хочешь расслабиться? Нет. Нет. Я почти привык к подобной процедуре, понимаешь? Сейчас, я думаю, мы просто должны надрать кое-кому задницу. А почему ты пошел за мной? Инстинкт. Ты знаешь, как этим пользоваться? Да, конечно. Это всего лишь пистолет. Черт. Смотри. Что? Куда ты? Посмотри на это дерьмо. Проклятие. Мы опоздали. Мы упустили его. Нет! Нет, убирайся! Я его сделаю! Черт! Черт! Ну давай! Хватит! Все в порядке? Дай мне эту штуку. Да я это сделаю. Проклятие. Я сделаю, это сделаю. Получи, мерзкий сукин сын. Сука. Я его достану. Ты как? Я достал его? По-моему, я его достал. По-моему, тоже. Где этот длинный сукин сын? Чертовски отвратный, а? Этот малыш способен навести большой шухер. Где он? Где он? Я не знаю. Что это? Что это?
Похоже, это то, зачем он приходил. Это эндорфины. Везучий сукин сын. Один удачный выстрел, и этот длинный сукин сын стал бы историей. Что ты делаешь? У меня есть идея. Какая идея? Ему нужен эндорфин, а мы не хотим приглашать его сюда. А куда? Туда, где я дам тебе сделать один удачный выстрел. У тебя есть для меня куртка? Я думал, тебе не нравится моя одежда. Спасибо. Нам понадобится это. Это подойдет. Видать, я это носил, когда мне было 12. Спасибо. Бери космический пистолет, мы уходим. Диана. Джек, в чем дело? Я уже собралась. Боже, Диана. Диана. Да, Диана. В чем дело? Ты должна идти домой, давай. Я думала, мы едем в отпуск. Кое-что случилось. Черт возьми, Джек, я оставила работу, ты это понимаешь? Я знаю, знаю, я могу объяснить. Осторожно, Кейн, берегись, когда она поднимает руку. Джек, я хочу, чтобы ты объяснил, что это за фигня. Боже, кто это, к черту? Ты обосрался, Кейн. О, черт, не сейчас. Где деньги? Вот это парни из второй сцены. Брось оружие! Быстро! Я все еще жду объяснений. Это все запутано. Стой здесь. Я сказал, бросьте их! Пошел ты! Давай, убираемся отсюда! Какого черта? Кто это? Быстрее, лезь в машину! W9, следую на север Гранда. Я должен развернуться. Меня преследуют. Кто этот парень? Один подонок из космоса. Да, но теперь не о чем беспокоиться, я его достал. Ой, я вижу космический пистолет. Так вы, ребята, гуще событий?
Вы в полицейской машине. Немедленно остановите автомобиль. Вы едете на муниципальном транспорте без разрешения. Остановитесь сейчас же. Черт! Он еще здесь. Я прибью этого клоуна. О, да! Черт! Вверх? Да. Джек. Смит, вверх по лестнице. Хорошо. Выше, Смит. С тебя один удачный выстрел. Я прямо за тобой. Поторопись. Вот он. Ладно, подойди поближе. Давай. Давай. Он идет. Нет. Нет энергии. Черт! Дело плохо. Дело плохо, Смит. Надо выбираться. Убирайся отсюда. Давай. Move. Ну. Убираемся к черту отсюда. Давай, пошли. Ну же. Let her go. Отпусти ее.
Я сказал, отпусти ее. Проклятый инопланетянин. Попадешь.
Иди сюда. Сумасшедшая ночь, а? Да. Рад, что я подготовил его для тебя. Как к черту твое первое имя? Харвуд. Как? Харвуд. Друзья зовут меня Ларри. Ага, классная работа, Смит. Пожалуйста, теперь мы можем поехать в отпуск? Я обещал, верно? И куда мы поедем? Ну, я думаю, в Рио. Нет. Друзья, если вам понравилось видео, ставьте лайк, оставляйте комментарии и подписывайтесь на канал.